Всем привет! Дядь Юра дает прогноз на матч 29-го тура Ла Лиги «Кадис-Валенсия». Встречаются 15-я и 12-я команды текущего сезона. Статистика команд. Кадис последние два матча отыграл на обе забьют «да», но последние три домашние матча отыграл на обе забьют «нет». Валенсия последние 6 матчей чередует победы и поражения. На очереди стоит поражение. Валенсия последние 3 выезда проиграла в сухую. В минувшем туре Кадис проиграл Вильяреалу 1-2. Хозяева повели в счете уже на 5-й минуте, забив с пенальти. Во втором тайме Вильяреал забил и второй гол, но тут же сразу Кадис забил в ответ. На 90+5 минуте гости имели шанс сравнять счет, но не использовали его. Валенсия с таким же счетом обыграла Гранаду. Хозяева имели большое преимущество, гораздо острее атаковали, дважды забили, могли забить еще, но умудрились пропустить на 90-й минуте. В очном матче первого круга была ничья 1-1. Валенсия на выезде, а Кадис дома имеет практически одинаковые показатели. 12 забитых голов, 22 пропущенных. У Валенсии на выезде 2 победы, 8 поражений при 4 ничьих. У Кадиса дома 3 победы при 7 поражениях и 4 ничьих. Летучие мыши проиграли в сухую 3 последние выезда. Это самая длинная пораженческая выездная серия команды Грасии в этом сезоне. Кадис последние 3 домашние игры отыграл на 0. Это самая длинная нулевая домашняя серия Кадиса. Получается, что гости не должны бы этот матч проиграть, и скорее всего матч должен бы получиться забивным с обеих сторон. Тут можно ждать либо 1-1, либо 2-1 в пользу гостей. Хотя, конечно же, любая игра с участием Кадиса прежде всего наводит мысли о низовом и нулевом матче. Из связки ставок Total меньше обе забьют да x2, самый высокий коэффициент стоит на обе забьют да 1.93, на Total меньше 1.69, на x2 1.41. Брать x2 не очень хочется по причине низкого коэффициента. Тут запросто можно рискнуть взять ничью за 3.22. Вариант с Total больше, пожалуй, это будет как бы многовато для этих команд. А вот обе забьют да с потенциальным счетом 1-1 очень даже похоже на правду. Да, Кадис два последние матча отыграл на обе забьют да. Но у Кадиса была и более длинная забивная серия в этом сезоне. А вот для Валенсии 3 сухих выездных поражения это многовато. Но у вас может быть иное мнение на этот счет. На этом все. Дядь Юра верит, что у вас все получится. Всем оптимизма и удачи. Будьте здоровы.